Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Вашему вниманию продолжение темы «Трансмутация. Кармическое тело». Читает Лора. Родные мои и любимые, я есть Метатрон, я есть свет и любовь Бога. Я пришел сегодня к вам, чтобы продолжить с вами разговор о трансмутации ваших тел в световые и объяснить то, что будет с вами происходить, чтобы вы не испугались, а помогли чудесным внутренним изменениям. Сегодня мы поговорим о вашем следующем теле – кармическом. Большие изменения коснутся вашего кармического тела, так как вы все, абсолютно все, кто переходит в пятое измерение Земли, откроетесь ему. Большие изменения коснутся вашего кармического тела, так как вы все, абсолютно все, кто переходит в пятое измерение Земли, откроетесь ему. Кармическое тело – это уровень сознания пятого измерения Земли. Это высшая человеческая мудрость. Это ваш внутренний духовный наставник и мудрец. Многие думают, что кармическое тело – это лишь место, в котором содержится информация обо всех воплощениях и о всех делах и творениях, обо всей заработанной карме, как некий банк данных. Но это не совсем так. Кармическое тело живое. Это тоже вы, часть вас, ваше сознательное тело. Оно раскроется перед вами в новом свете, во всей своей красе, открыв новые возможности и перспективы для духовного роста. Оно станет для вас более явно, осознанно. Сейчас многие люди из вас не понимают и не знают его суть, как использовать его и для чего оно нужно. Но скоро каждый будет осознавать то, для чего оно вам дано. Кармическое тело при трансмутации изменит свою форму, а точнее станет не закрытым от вас, а открытым. Вы будете чувствовать его в себе, как ощущаете сейчас свое физическое тело, свою плоть, астральное тело, свои эмоции, ментальное тело, свои мысли. Кармическое тело – это первая ступень вашего перехода на высшее сознание, пробуждение вашей глубинной мудрости и подключение к вашей божественной части. Оно находится между вашими нижними телами, физическим, эфирным, астральным и ментальным, и высшими телами, тела души и духа, как некое связующее, проводник из мира низких вибраций в мир высоких, как связь между небом и землей, материальным и духовным планом. Кармическое тело будет помогать вам каждый день настраиваться на ваши высшие тела, души и духа, на связь с ними, на выход в самые высшие планы бытия. Вы будете ощущать его внутри, как мудрого духовного наставника, как высшую часть себя, как собственного внутреннего мудреца. А многие уже чувствуют или начинают чувствовать его внутри себя. Многие станут называть кармическое тело началом высшего «Я», местом, откуда начинается ваша высшая мудрость и поднимается в бесконечные миры, начальная ступень вашего высшего мастерства. И вы будете ощущать присутствие своего кармического тела прямо внутри себя, как мудрого водителя, как высшее «Я». Многие уже чувствуют его внутри себя, когда ощущают, как к ним приходят очень мудрые мысли и озарения, осознания, которых раньше не было в уме. Не было этого опыта или знаний. Этот внутренний мудрец, как совесть, как честность, как сама доброта, будут помогать вам подниматься в высшие миры, будут вас вести. Именно с открытием вашего кармического тела начнет пробуждаться в вас древняя память. Вы будете потихоньку вспоминать о том, для чего вы сюда пришли. Вы станете осознавать то, сколько уже прошли. Придут многочисленные озарения и
Воспоминания. Когда человек открывается своему кармическому телу и начинает чувствовать его внутри себя. Когда приходит время. Когда он готов. И в первую очередь он готов тогда, когда сможет выровнять и очистить от негатива свои нижние тела, чтобы дать высокому свету войти. Когда успокоит свои взбунтовавшиеся эмоции и мысли. Когда начнет слушать и спрашивать себя, задавать себе вопросы, доверять и верить в себя. Все вы откроетесь, кто выбрал квантовый переход, своему мудрому кармическому телу. Но постепенно и по чуть-чуть, чтобы это было не шоком для вас, а помогло вашему дальнейшему пробуждению и выходу из тьмы. Просто будьте готовы ко всему. Живите в гармонии и любви. С любовью к вам, ваш метатрон приняла Магда. Вы прослушали тему «Трансмутация кармическое тело».